Мне нечего больше ставить, идиот. Аэроплан. Ну ты даешь. А почему бы нет, черт возьми? Победа все равно моя. Что у тебя? Утрись, Блэкберн. Такого я не ожидал. Но знаешь, я, наверное, все равно заберу аэроплан. Да какого дьявола? Ты проиграл, я выиграл. Тут такое дело, Рекхэм. Этот аэроплан очень красивый, а ты его недостоин. Я тебя честно победил, черт возьми! Не подходи к моему аэроплану! Скотина! Ты не можешь так со мной поступать! Я тебя победил! Я победил! Меня зовут Клайд Блэкберн. Я пилот и азартный игрок. Я Джордж Рекхэм! Я Джордж, черт возьми, Рекхэм! Не подходи к моему аэроплану! Если бы меня попросили назвать мой самый большой недостаток, знаете, я не очень честный человек. Добро пожаловать! Я Уилсон, а вы должно быть Джош Рекхэм! Конечно, я Рекхэм, как раз к вам! Ну что, поднимем аэроплан в воздух? Вы Джордж Рекхэм, сын графа Виндзорского? Ну да. Привет, старина! Бристоль полностью соответствовал слухам. Летать на нем было одно удовольствие. Стоял отличный солнечный день, и все было бы идеально, будь я один. Как ты думаешь? Так, видишь впереди аэроплан? Его надо догнать! Ага! Слушай, я знаю французское заведение! Может, пару девушек там найдем? Что ты несешь? Какие девушки? Это учебный полет! Следуй по заданному маршруту! Ну что, тебе решать, похоже! Теперь почувствуем штурвал. Будь у него на хвосте. Так, держи дистанцию. Держись, Блипсон. Легче легкого. Посмотрим, как она в перестрелке. Пулеметы на предохранители, а то мало ли что тебе взбредет. Начинаешь понимать меня? Так мило. Бристоль управляется, как и другие аэропланы. Чем меньше скорость, тем круче можно закладывать виражи. Мне весело! А тебе весело, Блипсон? Я Уилсон! Ты не зевай, вперед смотри! Хорошо летаешь, хотя и не совсем по правилам! Ну и забудь ты о правилах! Жизнь богаче правил! Куда он направляется? Оставь его! Видишь шары для стрельбы? Проверь пулеметы! Огонь по готовности! Это я могу! Ого! Ничего себе аэроплан! Там еще шары! Заходи и атакуй! Понял! Цели на земле! Да, вижу!
Старайся обстреливать ракетами! Учись поражать наземные цели! Я легко перенимаю акценты. Когда побьем фрицев, наверное, буду как француз говорить. Ясно. Ты очень недоверчивый, Уилсон. Тебе это кто-нибудь говорил? Боже мой! Немцы! Что будем делать? А ты как думаешь? Будем сбивать. Куда? И мы за ним.